Дорогие ребята, у нас продолжается воскресная традиционная студия. В ближайшее воскресенье я жду вас всех в 11 часов. Мы будем рисовать ворону-барыню, нарядную, красивую, в технике графической. Будем применять разные графические материалы, фломастеры, ручки и карандаши. И что нас ждет дальше? Дальше мы будем рисовать морское путешествие, связанное с морем, с кораблями, с солнцем. В общем, романтика. Романтика морей. А последнее занятие у нас будет посвящено натюрморту с рыбой. Постараемся придумать вкусный и красивый натюрморт.